Сочная и ароматная холодная закуска, хей из легкого, будет актуальна даже на праздничном столе. Готовьте ее заранее, чтобы блюдо успело пропитаться чесночным ароматом и вкусами различных приправ. Хей из легкого по вкусу напоминает холодный шашлык и обязательно понравится мужчинам, они любят мясные блюда с острым и пряным вкусом. Помните, что хе гораздо вкуснее на вторые сутки при настаивании в холодильнике, оно приобретает яркий чесночный аромат. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте указанные ингредиенты. Легкое промойте в воде, срежьте крупные трубки и выложите в казан или глубокую кастрюлю, залейте горячей водой и поместите емкость на плиту. Помните, что легкое всплывает при варке, поэтому его нужно отварить в течение 1,5 часа, время от времени переворачивая на другую сторону. В это время очистите лук от кожуры, промойте в воде, нарежьте полукольцами и четверть нарезки отправьте в глубокую миску или кастрюлю, в которой будет настаиваться хе. 1,5 порции луковой нарезки выложите в сковороду, прогрев в ней растительное масло. Всыпьте на луковую нарезку в сковороде молотый кориандр. Жду ваших лайков и комментариев. Добавьте красный перец, по желанию замените его молотой паприкой. Если не любите острые блюда, обжарьте все примерно 2-3 минуты, до мягкости лука, чтобы специи раскрыли свои ароматы и вкусы. Выложите обжаренный лук в емкость к свежей луковой нарезке, туда же спрессуйте очищенные и промытые зубчики чеснока. Спустя 1,5 часа варки легкое будет полностью готово, извлеките его из бульона и дайте остыть, жидкость, оставшуюся от варки субпродукта слейте, она не пригодится. Остывшее легкое нарежьте брусочками, средними кубиками и так далее, вырезая из него крупные трубки. Выложите в миску к луку. Посолите, поперчите, всыпьте сахар, влейте уксус. Тщательно все перемешайте, накройте емкость пищевой пленкой и поместите в холодильник минимум на 2 часа, время от времени перемешивая, чтобы чесночный аромат окутал все блюдо. Выложите готовое хе из легкого на тарелку и подайте к столу в охлажденном виде, оно гораздо вкуснее на второй день. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот что нам понадобится. Легкое, 2 кг, уксус 6%, 2-3 столовые ложек, по вкусу, лук репчатый, 2 штуки, масло растительное, 4 столовые ложки, перец красный острый, 2 щепотки, сахар 1 столовая ложка, кориандр молотый, 1,5 чайных ложки, чеснок, 2-3 зубчиков, можно больше, соль, 4 щепотки, перец черный молотый, 2 щепотки, количество порций, 3-4. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Люблю вас, друзья, жду снова.